Что такое? Эмилия, что такое? Что ты хотела мне сказать? Что? Что говори? Не-не-не-не-не. Стоп, ты мне неделю назад говорила то же самое. А ну еще раз скажи. Не-не-не-не-не. А, с днем рождения. У меня же сегодня день рождения моего канала. Правда? Не. Да. Амелия, а ты сюда как пришла? Не-не-не. Не знаешь? Ладно, подумай пока что. И днем рождения. Мира, ты тоже здесь? Кто не знает Мира, это моя троюродная сестричка, которая 2 годика. Ты опять волосы покрасила помадой и краской. Угу. Идем тогда помоемся. Миру сейчас помоет мама, а мы идем. Мама, прости, я передать. Стоп, Мира, стой. Если вы не знаете, что это за локация... Это локация. Сейчас я вам скажу. Это наша летняя кухня. Вот, вот тут, вот. Амелия... Мира уже куда-то ушла. Амелия еще не может ходить. Она только ползает. Давайте посмотрим, что это такое она мне принесла. Она говорила, что это от мамы. Давайте прочитаем. Первое. Это задание для вас. Каждая Настя, которая смотрит это видео, должна подписаться. Не сделаешь, к тебе придет ночью Мира и съест тебя. Правда. Второе. Каждая Вика должна поставить лайк. Не поставишь, укушу. Следующее. Каждая Мира должна подписаться. Мира, ты подписалась? Да. Хорошо. Каждая Мира должна подписаться. Каждая. И последнее. Каждый Артём должен поставить лайк. Потому что меня больше смотрят девочки, кажется. Давайте я вам сейчас тут пройду небольшой рум-тур, пока тортик готовится. Вот тут у нас дверь, в которую мы входим. Тут у нас идет шкафчик. Видео от Шушек Доу. Вот тут свет идет. Тут у нас стульчик, столик, холодильник, в котором пока что лежат мои игрушки. Тут всякие компотики. И моя самая любимая часть, о которой я всегда мечтала. Как вы думаете, о чем я всегда мечтала? Конечно же, не догадайтесь. Я всегда мечтала нам в кухне взять вот такие вот шкафчики. Вот, чтобы вот так вот стояли тарелки, а тут кружки. О, вот, кстати, кружечка Миры. Я всегда об этом мечтала. Но теперь они у нас есть, только в летней кухне. Жаль, что до день рождения моего канала мы не сделали 100 подписчиков. Но на следующий день рождения, ну не день рождения, а первое видео, когда создалось на моем канале «Апельсинка Шоу», то тогда мы можем это отметить. И обязательно, вот сейчас у нас 27 июня. Видео, может быть, я выставлю на следующей неделе, потому что я уезжаю до бабушки. И сегодня я видео снять не смогу, выставить не смогу. 17 июля будет первое видео. День рождения первого видео на моем канале. Поэтому, может быть, мы тогда наберем 100 подписчиков. Сейчас у нас 58. За то, что у меня вас 58 моих самых любимых, самых красивых апельсинок, я вам сделаю танец. Наш танец начинается. Только для 58 моих апельсинок, а не для апельсинок этот танец не будет. Погромче. Че это мы так слабенько играем? Надо погромче. Сейчас будет погромче.
А вот только сейчас для всех апельсинок, а нет для апельсинок, танца не будет. Если ты апельсинка, то танца для тебя не будет. А апельсинки уже смотрят танец. Поэтому начинаем. Что такое? Так, надо чуть-чуть подкрутить, подветить. О, все, готово. Танец только для апельсинок. Единственные мои 4 желания, потому что там будут 4 свечки, 4 разных цветов. Первое, это чтобы вы подписались, нажали на колокольчик, чтобы у вас всегда было все хорошо, и у меня было всегда хорошо. Это единственные мои желания. С днем рождения тебя! Днем рождения, днем рождения, Анюта, тебя. С днем рождения тебя, с днем рождения, Анюта, тебя. С днем рождения тебя.
этот жир идет. Он идет специально именно к вам. Сейчас мы порежем. Магия 3, 2, 1. Вот мы режем. Мы его делали сами. Не с Мишкой. Вот, вот такой вот красивый тортик. И сейчас я его попробую. Вот, вот такой вот красивый тортик. Прямо с Мишкой. Надо попробовать. Сначала мягко режется, а потом не очень. Сначала попробую верхушечку. Вкусненько. А теперь попробуем дальше. Очень твердый, поэтому придется вот так вот. Вкусный. Камикаки, я вам капустинки принесла. Вот как наши хомякаки кушают. Капусточку хомякаки кушают. Скажи, хомячок. Скажи, мама. Мама. Вот молодец мой хомячоночек. Кушай, кушай. А я уже кусаю. Молодец, Чупа, кушай. А я только бью. Добью. И девочки меня не пугали. Вы какие милые, через камеру вообще очень близко. А я такая большая. А хомякаки такие маленькие. Вот у нас вот такие вот два королевства. Мое и Мирина. Зайдем сначала к Мире. Мирочка, ты тут что делаешь? Вы что, голову еще не помыли? Нет, не помыли. А это что? Это камера. Как вы видите, Мира тоже болеет кукловией. На ней вот такая вот моя старая футболочка или кофточка, юбочка тоже моя и колготки. Ку-ку. 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 А что тут у нас Амелечка тебе заснула? Заснула моя зайка.